И все привет, когда кот от тоза обожал новое видео. И сегодня расскажу, как выставить свой аккаунт в блог в Google. Это очень интересный вопрос, потому что некоторые не знают, и все-таки здесь нужно кое-что скачать. Я сейчас покажу. Вот, сейчас вы не знаете, какое это приложение. Сейчас соберу. Некоторые уже знают и с тобой снимают. Давайте я сейчас покажу вам. Нужно зайти в Google Play. Первое, надо зайти в Google Play. И набрать Discord. Вот. Набираем Discord, общайтесь и отдыхайте. Вот. И скачивайте это приложение. Потом открывайте, вы там регистрируете любую почту, видите, да лучше свою ставьте, обязательно свою ставьте. Ну, может, любую почту, любой пароль ставьте, только его, главное, запомнить надо. И входим сюда. Я оставляю ссылочку в описании, свой сервер, вот, если что, вот ссылочка, вот, сам мой сервер, против мошенников называется. Выберите ХМК, я оставлю это и в комментариях, и в описании, заходите. Так вот, смотрите, здесь, это мой сервер съемок, тоже заходите сюда, здесь мы обычно снимаем видео, вот, и пишите сюда ваши ID, я вас попытаюсь добавить. Так вот, что такое на сервер, вот здесь вы уходите в чат, вот здесь у нас есть чат, и далее вот, вы нашли, как выставить аккаунт, вот, нажимаю сюда, и тут предлагают заполнить форму, если что, это форма официальная, сейчас покажу, вот, заходим, официальный сервер Google, я не могу здесь пригласить, конечно, здесь 26 тысяч человек. Давайте посмотрим. Да, вот видите, 15 тысяч, немножко не угадал. Вот, видите, это форма официальная, вот. Я ее перекидывал на свой сервак, чтобы мы могли тоже установить свой аккаунт. И нажимаем вот на эту форму, вот сюда нажимаем. И у нас заходит, получается. Вот эта форма, потому что... Так... заходим, вот, вот это будет кидать на эту форму, вот, выбирайте браузер свой, там, Opera, Chrome, ну, в общем, ребята, вот, зашли вы сюда, потом, получается, что, напишите свой Discord никнейм, вот, пишите свой Discord никнейм, потом пишите свой ID, свой день, не надо мой, это я сам заполняю. Вот видите, с таким тегом, если что, тег его находится, вот, вот сейчас покажу, где тег находится, вот тут, вот, вот здесь тег находится ваш, в профиле, вот, вы запоминаете его, вводите сюда, именно сюда, потом вы вводите свою почту, если ее нет, пишите no тогда. Хотя здесь, в принципе, обязательно надо почту вводить, свой аккаунт, в общем, введите почту. А лучше, чтобы она была ваша, вот, точно ваша была. Так, далее вам нужно это как сказать. Ну, это не обязательно, проходим мимо. И какая дата рождения была выставлена в вашем аккаунте. Потом, чтобы больше шансов было, или вы здесь не ответили, вот тут боитесь, там почту не ответили. Ну, вот, то есть, вот эти как сказать. Далее тут будете информацию здесь, когда вы создали аккаунт. Какие здесь были вопросы? Какой пароль был, когда ваш аккаунт взломан был? Когда вы играли на этом? Ну, когда последний раз играли? Какие игры вы играли? Последнее время зарегистрировали в игре? И добавить скриншоты, что это был ваш аккаунт. И потом нажать кнопку «Отправить». Вот так просто. Вот здесь, конечно, email обязательно, вот, да, конечно, но... Кстати, это что, разработчики, я тебе сейчас покажу их никнеймы, вот. И, знаете, PewDiePie и Lucy. Давайте сейчас я покажу сюда сервер. Кто у нас эти? Вот, первые. Вы, кстати, можете тоже связываться. Вот, я оставляю хэштеги, теги. И вроде бы еще одна где-то была. Надо посмотреть бы, сейчас покажу. Так. Вроде бы я уже связывался один раз. По другой причине, это быстрокод. Давайте, короче, просто сейчас наберу, а то здесь долго искать. Так, вот. Набираем вот так. Вот. Это официальный ID. Вот. Тоже ассистентка. Вот. Тоже запоминайте. Пишите. Вот. И, кстати, сервер YouTube, ютубера, где вот обычно здесь опубликуют новости и так далее. А вот здесь я еще секретный сервер показал, конечно. Вот это секретный сервер. Вот здесь тоже, видите, формы. Заполняйте их. Вот, если что,
пишите, кому надо пожаловаться, пишите вот на этот сервер. Пруфы там предоставить, конечно, и показать, типа, если кого-то там надо забанить, мы поможем. Правила здесь, конечно, есть. Добро пожаловать на сервере и заходите на мой сервер. С вами был Кодотос. Всем пока. Обычно это рассматривают 2-3 дня. Всем пока. Всегда ставьте почту, чтобы восстановить аккаунт. И не забывайте свою почту, а также никому не рассказывайте ее. Спасибо за внимание. Кодотос.